Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня все так же 24 марта, но сейчас тема видеоролика совсем другая. Это выращивание томата через пасынок. Вот первые потери у меня. Вот этот томат рос-рос, поднялся до лампы. Я решила лампу поднять повыше, веревочку развязала. И в это время она у меня выскользнула из рук, лампа упала на рассаду. Первые травмированные томаты. Два помялись, один сломался полностью. И это как раз прекрасный такой у нас учебный экспонат, наглядное пособие, как вырастить томат через пасынок. Потому что в прошлом году было очень много таких сообщений, грустных, неприятных. У кого-то кошка сломала, у кого-то лоток упал. Одни пишут, что сломали прям под корень, что делать. Ну, я сейчас начну с того, что небольшое вступление. Я всегда говорила, томаты – это такое удивительное растение, которое может расти с любого места. То есть, оборвешь у нее верхушку, будет расти через пасынок. Сломаешь весь прям под корень, тоже вырастет. Но вот сейчас в данном случае момент, что делать, если томат сломался? Вот этот у меня сломался безнадежно, уже все висит на ниточке. Не расстраивайтесь. Обломите вот эту вот часть, которая уже и так сломана, и оставьте это так. Вырастет у вас, вот отсюда пойдет пасынок и отсюда. Как только прекратится рост вот этой макушки, корневая система уже у нас полностью сформирована, жизнеспособная, питательные вещества куда-то надо девать, и сразу вот из этих пасух сейчас вырастут пасынки. Можете оставить один, если будете формировать в один ствол, можете оставить два, если будете формировать два ствола. Этот томат ничем не будет отличаться от всех других, он будет такой же. Пасынки, очень быстро поняв, что нет основного ствола, они сразу же его прекрасно заместят, будут толстые, будут здоровые, у них будет такая же вот эта вот макушечка с цветочной кистью. Никакой разницы не будет. Так что, если обломили верхушку, выращивайте вот так. Если обломили полностью, вот здесь, где нет пазух, откуда неоткуда вылезти пасынку, просто вот эту обломанную часть всю поставьте в воду, она укоренится. Так что, еще раз вот спою оду томатам. Томат такое удивительное растение, хоть как его сломай, хоть как его расчетвертуй на 4 части, из каждой четвертой вырастет полноценный томат. Тут даст корни, если сунете в воду, если тут не будет макушки, вырастет через пасынок. И в том, и в другом варианте будут полноценные растения. Все, до свидания. Может быть, вот этот вот мой совет, рекомендация пригодится кому-нибудь начинающим. Все опытные огородники со стажем все это знают. Томат очень живучий, его не так просто уничтожить. Вот этот вот у нас ветеран, инвалид, будет расти, я его оставлю, хотя он мне, конечно, не нужен. У меня и так много, я всегда высеваю на запас. Но я потом вам ради интереса покажу, какое полноценное растение из него получится. Так что я его вместе со всеми сейчас поставлю и буду ждать, когда вылезет пасынок. Все, до свидания.